друзья, всем привет, это Илья. Ну, я могу принять то, что люди неграмотные, делают ошибки в протоколах, что-то не слышат, что-то плохо переводят, потом с этим человек идет в суд, какие-то эпизоды вообще не принимают. Я говорю об ошибках офицеров DHS на границе, что нужно все перепроверять, смотреть. Но буквально пару дней назад произошел вопиющий случай. В дотейшн-центре в Америке человек просто обокрали, причем это сделали офицеры именно этой службы, украли телефон, деньги, в общем, все почистую забрали. Он выходит через несколько дней, я обязательно с ним свяжусь в скайпе, он расскажет, как вообще с ним это случилось. Человек из Украины подал на убежище в Тихуана, ну а дальше уже вот узнал, да, что такое и как это бывает. Тут же возникает вопрос, а стоит ли с собой в детейшн-центр брать ценные вещи, там большое количество денег наличных, там или золотые часы, дорогие телефоны, браслеты и так далее, и так далее. Нет, не стоит этого делать, потому что прецеденты уже есть, и берегите свои вещи, берегите свое имущество. Видите, как может происходить даже в Америке, к сожалению. Подписывайтесь на наш канал. Удачи вам. Всем всего доброго. Пока. Я готов на гадости. Ух. Я готов на гадости. Но лишь бы все закапать к своей великой радости. Но лишь бы все закапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости.